Гостиничный комплекс «Турист» – визитная карточка Бобруйска. Он первый в Могилевской области по праву удостоен 3 звезд. Сюда приезжают гости со всего мира. География посетителей – более 40 стран. Из них 80% – россияне. Минувший год для отеля был успешным. По финансово-экономическим показателям занял 1-е место. Темп рост выручки по сравнению с 2021 годом составил 105%. Рентабельность продаж 2021 года – 3,7%. В 2022 году 8%. Много сделано и модернизация, и улучшение материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов как в ресторане, так и на номерном фонде. Отель предлагает 154 номера разных категорий, от стандартных одноместных до трехкомнатных апартаментов. Каждая деталь интерьера подобрана с особой тщательностью. Великолепно продуманная рабочая и обеденная зона. Здесь есть все для полноценного отдыха и плодотворной работы. К услугам гостей – кондиционер, кабельное телевидение, прямая международная телефонная линия, Wi-Fi, сейф, фен и многое другое. Номер в отеле комфортный и уютный. Здесь можно воспользоваться услугами рум-сервиса и заказать еду или напитки прямо в апартаменты. Это быстро, удобно и, главное, вкусно. Услуга доступна с полудня до 10 вечера. Ваш стейк из лосося с овощами на гриле. Развитая инфраструктура отеля отвечает всем требованиям современного бизнеса. Конференц-зал и комната переговоров оснащены по последнему слову техники. Тут проходят форумы, пресс-конференции, презентации и семинары. Гордость гостиницы – изысканный банкетный зал на 120 человек. На днях его кардинально обновили. Ресторан – сочетание классики кулинарного искусства, уютного интерьера и живой музыки. Наш отель предлагает нашим гостям шведский стол. Это комплимент. Также в зале ресторана мы предлагаем гостям широчайший выбор холодных и горячих закусок. Меню постоянно обновляется. Сейчас буквально вот с первых чисел декабря мы вводим абсолютно новое меню. Любой посетитель может найти что-то для себя. Отель предлагает своим гостям широчайший перечень дополнительных услуг и разнообразных возможностей для отдыха. Боулинг, бильярд, тренажерный зал, финские сауны, смотровую и летнюю площадку ресторана. СПА-салон с медицинской лицензией. Здесь можно пройти комплекс оздоровительных, тонизирующих, расслабляющих и омолаживающих процедур. Оборудование самое современное. Отель «Турист» может предложить новогоднюю насыщенную театральную программу. Новогодняя ночь – это фейерверк, новогоднее меню и корпоративное меню. На новогоднюю ночь у нас уже бронируются активно россияне, итальянцы, чехи, которые отдыхали у нас в прошлом году, и им очень понравилось, они к нам вернулись. Увлекательно провести время и ознакомиться с достопримечательностями помогают специалисты туристического отдела. Пешие прогулки, обзорные экскурсии, медицинские и спортивные туры. Список постоянно обновляется. Сейчас разрабатывается новый маршрут «Шалом, мой друг» с живой еврейской музыкой, дегустацией национальных блюд и мастер-классами. Только в прошлом году Бобруйск посетили более 26 тысяч человек. Каждый пятый – иностранец. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.